Это новости на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте! В этом выпуске состоялось 12-е заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Глава Арцахской епархии принял участие в состоявшемся в Зальцбурге культурном мероприятии «Армянское культурное наследие Арцаха». Начиная с Баку, все территории Азербайджана были армяно-населенными и армянскими. Академик Ашот Мелконян. Минобороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию. Блинкен обсудил с Алиевым вопрос освобождения армянских военнопленных. Во время войны на Украине погибло около 30 армян. Город Рас-эль-Хайма в ОАЭ основали армяне. Мероприятия, посвященные 800-летию монастыря, начались с открытия выставки. 11 мая 2022 года состоялось очередное 20-е заседание Национального собрания Западной Армении, в котором приняли участие 15 депутатов. Были обсуждены вопросы, в основном связанные с работой внутреннего регламента Национального собрания Республики Западная Армения. Обсуждены текущие вопросы заседания 7-го созыва 28 мая. Председатель Национального собрания Нелли Арутюнян предложила составить письма для направления принятых Национальным собранием постановлений в парламенты других стран. Депутат Пабло Тайланян написал письмо для отправки в парламенты других стран в связи с созданием Национального собрания Западной Армении 24 мая. В конце заседания, как обычно, была составлена повестка дня следующего заседания. Предстоятель Арцахской епархии и его Пресвятейшество епископ Фартанес Абраамян принял участие в мероприятии «Культура в конфликте. Армянское культурное наследие в Арцахе». В ходе мероприятия были обсуждены вопросы, связанные с сохранением историко-культурного наследия Арцаха. Предводитель Арцахской епархии выступил с речью, в которой рассказал о многочисленных монастырях и памятниках, оставшихся под контролем Азербайджана из-за войны в Арцахе, выразив обеспокоенность опасностью их судьбы. В мероприятии приняли участие директор управления культурного наследия Арцаха, первопрестольного святого Эчмиатина, священник Гарагин Амбарцумян, архиепископ Зальцбургский Франц Лангер и другие. Заявления президента Азербайджана Алиева о территориях Армении являются явной фальсификацией. Об этом заявил директор Института истории Республики Армения академик Ашот Мелконян. По мнению историка, территория нынешней республики под названием Азербайджан не имеет ничего общего с историческим Атарпатаканом, у которого турки просто украли название при создании этого искусственного государства в 1918 году. Итак, начиная со столицы Баку Азербайджана, территория Атарпатаканского, Шакинского, Ширванского, Утикского, Арцахского, Пайтакаранского государств Великой Армении, все они были армянскими. И говорить о каком-либо турецком элементе просто смешно до 9 века, подчеркнул Ашот Мелконян. Тюрки появились в регионе только в 9 веке, когда арабы наняли турецких наемников, в том числе, например, знаменитого полководца Бугу, вторгшегося в области Армении в середине 9 века и потерпевшего тяжелое поражение, добавил специалист. Министерство обороны Азербайджана, продолжая практику распространения дезинформации, распространило заявление, в котором говорится, что вечером 11 мая подразделения вооруженных сил Республики Армения открыли огонь по азербайджанским военным позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает Минобороны Республики Армения, опровергая очередную азербайджанскую дезинформацию. Упомянутая информация не соответствует действительности. Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем вооруженных сил Республики Армения, говорится в сообщении. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым. Об этом он написал на своей странице в Твиттер. «Сегодня я говорил с президентом Азербайджана о том, как Соединенные Штаты могут продолжать поддерживать положительную динамику недавних мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией», – написал он. В заявлении Госдепа по итогам телефонного разговора отмечается, что стороны также обсудили предстоящие шаги, направленные на установление мира в
том числе делимитацию границ, открытие транспортных путей, освобождение оставшихся армянских военнопленных. Блинкен подтвердил готовность Соединенных Штатов оказывать помощь путем сотрудничества на двусторонней основе, а также сопредседателем Минской группы ОБСЕ для оказания помощи странам в достижении всеобъемлющего мира, говорится в заявлении. По данным G-News, во время войны на Украине погибло около 30 граждан Армении. Следует отметить, что по неофициальным данным Союза армян Украины, в Украине проживает около 400 тысяч армян. Несмотря на то, что сейчас там идет война, многие армяне-украинцы не покинули страну. По состоянию на 76-й день войны армянская община Украины, по словам ее представителей, собрала более 500 тонн гуманитарной помощи и техники. Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поблагодарил Союз армян Украины за значительный вклад в противодействие врагу, гражданскому населению и помощь вооруженным силам Украины. По словам шейха доктора Султана бан Мохаммеда, город Рас-эль-Хайма исторически был известен как Джулфар, что, по словам шейха, является армянским именем. Он был основан армянами, бежавшими из Персии. Армянские христиане бежали из Персии в основанный армянами город Бгелабар, ныне расположенный в Рас-эль-Хайме. Джулфар был армянским, а не арабским, поэтому шейх попросил органы образования соответствующим образом изменить информацию в учебниках. Открытие выставки «Хорана-Шадские рукописные сокровища» в здании музея Матанадарана имени Месропа Маштоца положило начало мероприятиям, посвященным 800-летию Хорана-Шата. Мероприятия, посвященные 800-летию монастыря, пройдут с 11 по 29 мая в Ереване. В Хорана-Шате будет отслужена святая литургия, состоится концерт Государственного камерного хора Армения. Презентация книги-альбома «Хорана-Шат в 800» состоится 29 мая, после чего состоится конференция, посвященная 800-летию научного центра. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.